Стихотворение Бориса Захадера «Перемена». Перемена, перемена, заливается звонок. Первым Вова непременно вылетает за порог. Вылетает за порог, семерых сбивает с ног. Неужели это Вова, прорвавший весь урок? Неужели это Вова, 5 минут назад ни слова доски сказать не мог? Если он, то несомненно, с ним большая перемена. Не угонишься за Вовой, он, гляди, какой бедовый. Он за 5 минут успел переделать кучу дел. Он подставил 3 подножки, Ватьки, Кольки и Сережки, прокатился кувырком, на перила сел верхом, лихо шлепнулся с перил, подзатыльник получил, сходу дал кому-то сдачу, попросил списать задачу. Словом, сделал все, что мог. Ну а тут опять звонок. Вова в класс придется снова. Бедный, нет лица на нем. Ничего, вздыхает Вова. На уроке отдохнем.